Слава богу, ты пришел! Капитан нашей шхуны! Тысяча чертей! Тысяча чертей! Канали! Вставай к штурвалу, капитан! Капитан, спасибо тебе огромное, что подарил нам вот такие шляпы! Только объясни, пожалуйста, почему у других пиратов треуголки, а у нас вот такие вот с широкими полями? Вы видели пиратов в треуголках? Они грязные и неопрятные. Да. А у вас шляпы защищают вас от птичьего... От птичьих экскрементов. Вот такие шляпы нужно носить. И самый лучший, и самый культурный, вот. Капитан. Правильно. Капитан, скажи, а зачем ты заставил нас отрастить такие уже усы, как у тебя? Это не усы. Это ограничительная черта. Выше наливать ром и виски не рекомендуется. Когда вы были без усов, вы наливались до бровей. И все битвы проигрывали. А теперь... Только до сих пор. И можно идти снова на абордаж. Логично! Капитан, мы обожаем тебя. Скажи, капитан, а почему ты перевооружил всю нашу команду гитарами? А? Почему вместо оружия у нас гитары, капитан? Потому что мы будем петь и уничтожать противника. Мы будем петь так, что никто не сможет выдержать нашего пения. Капитан, садись вот туда, садись. Давай, и представь, что сейчас на нас идет... Какой-нибудь пират? Я скомандую, когда... Допустим, с пистолетом. Давай, капитан. Нам бы чем на дно. Там бы пить вино. Там под океаном, трезвым или пьяным. Не видно все равно. А теперь все вместе. Эй, моряк, ты слишком долго плавал. Я тебя успела позабыть. Морской по нраву дьявол, его хочу любить! Никто не выдержит этого пения! Мы всех победим! Что-то случилось, капитан! Полундра, капитан! Что? Нашу шхуну взял на абордаж фрегат с красно-белыми парусами! С красно-белыми? Так точно, капитан! Что будем делать? Будем драться насмерть! Рубить их в мясо! Мясо! Шпаги наголо! Ну что, капитан, вот ты попался! Узнаешь меня? А? Констанция! Ты совсем не изменилась, родная моя. Здравствуй. Констанция. Узнал меня, красава. Подвески ты куда спрятала? Куда, потом покажу. Ну что, капитан, или я вздерну тебя на реи, или ты присягнешь верности моему кораблю и наденешь... Наденешь бело-красную пиратскую форму! Скорее меня повесят на реи! Скорее я утоплюсь в океане, чем одену это мясистое одеяние! Да! Никогда в жизни! Никогда! Ах, вот так вы заговорили? Как вы, сине-бело-голубые, да? Да, мы такие! Да! Сойдемся в дуэли! Рэп-баттл! Рэп-баттл! Не волнуйся, давай так. Я читаю заход, а ты потом добивочку. Хорошо? Отход читаем ей. О, правильно, отходную ей, этой бабке. Давайте. Начинай, бабушка. Так. В дуэли этой я приветствую актера. Из фильма «Д'Артаньян и, кажется, три мушкетера». Но нету здесь с тобою мушкетеров тех, так что готовься, отгребешь сегодня один за всех! Капитан, твоя команда с тобой! Ну? Итак, он полвека в кино, он в нем аксакал, он еще твою маму! Культурно просвещал!
Молодец, капитан! Ну, как говорится, дует чисто под фактом, да, у нас, бабуля? Да. Ну? Послушай, завтра интернет порвет от удивления. Боярский проиграл у бабушки легкого поведения. Ланфрен попала, Ланфрен. Капитан команда с тобой. Давай. Давай. Итак, в отличие от вас, они пели про любовь и о великом. О ваших песнях что? Чики-чики-чики-чики-чики.